Это Атюшов. Играет с Радуловым. Тот отправляет шайбу еще дальше. Зарипов. Шайбу отвоевала. Кому передачу сделать? Своевременно сейчас голкипер сборной Германии прикрыл ближний угол. Шайба в него попала. Гралингер. А бросок будет? Будет! И каким-то невероятным образом шайба заползает в сетку ворот Евгения Набокова. Мы пропускаем. Ну, видимо, на счет Гралингера будет эта шайба записана. Нападающий 39-й номер сборной Германии. Первая шайба чемпионата, потому что в параллельно идущем матче Швейцария-Франция была ничья 0-0. Да, в общем-то, шайба, которая не вытекала из логики событий, наши провели несколько хороших отрезков в начале второго периода. Вот, смотрите, Гралингер выбирал возможность для броска, наконец бросил, и шайба заползла на сетку наших ворот. Что тут Набоков? Ну, здесь Набокова винить очень сложно. Тут, мне кажется, позиционную ошибку россияне допустили. Ну, считается, конечно, это по маркой. Вратарь успевает провести смену игроки сборной Германии. Ковальчук. Никулин. Бросают сейчас в третьем периоде много наших хоккеистов, но позиции-то не убойные. Опасно. Выход 1-1. Гол. И кто, вы думаете, забрасывает эту шайбу? И ошибся Никулин, не вовремя упал. 2-0 за 2 минуты и 7 секунд до окончания третьего периода. Ну, в хоккее, конечно, всякое бывает. Но теперь мы в очень тяжелой ситуации. Раймер забросил счет. И давайте, Андрей, сейчас разберем с вами эту ситуацию. Силовой, да, прием. Прием по всем правилам. А, ну это просто острый момент или нет? Это как раз шайба. Тот самый эпизод. Никулин, Кайгородов.